Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Мы продолжаем ежедневно в прямом эфире. Мы рассказываем о самых главных событиях в жизни нашего города. И весь год мы отмечаем 225-летие со дня рождения поэта, который стал нашим всем. Даже программа такая в эфире нашего телеканала тоже имеется. Это, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. И уже в эту субботу, в день лицеиста. А мы напомним, именно 19 октября 1811 года открыл свои двери императорский царскосельский лицей, который неразрывно связан с именем поэта. Наш телеканал представит специальный проект «Пушкин. Лицей. Продолжение». Зрители станут свидетелями торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкину, увидят также, как живет лицей в статусе музея и представят, какой была атмосфера этого прославленного места более 200 лет тому назад. В программе примут участие президент Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, директор Пушкинского дома Валентин Головин, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Федор Двинятин, психотерапевт Наталья Бехтерева, артисты и творческие деятели Анна Ковальчук, Николай Цискоридзе, Алексей Гуськов, Сергей Безруков, Константин Райкин, Нача Дуата и многие другие. Смотрите уже 19 октября в эту субботу в 19:50. Ну а все подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Ольга Разина, заместитель генерального директора по производству тематических программ и специальных проектов телеканала «Санкт-Петербург». Ольга Александровна, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Анна Луговая, заведующая отделом Мемориальный музей-лицей, музей-дача Александра Сергеевича Пушкина, Всероссийского музея Пушкина. Приветствуем вас тоже. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ольга Александровна, ну первый вопрос будет вам. Мы действительно в течение всего года рассказываем о разных событиях, которые так или иначе связаны с юбилеем Александра Сергеевича Пушкина и в Петербурге, и во всей стране. Вот эта трансляция, которую мы анонсируем сейчас, это будет уже, скажем так, кульминацией нашего приношения солнца русской поэзии? Или все-таки нет? И вообще, что это будет за проект? Спасибо большое, Василий. Да, конечно, по правилам этикета мы должны предоставить, были бы слово, наши гости, но я позволю себе начать, потому что действительно это наше приношение и Пушкину, и всем тем людям, которые верно, так как и Анна Владимировна, служат этому величайшему гению, человеку, талантам и результатами жизни которого пронизана и наша жизнь тоже, как и представители других поколений. Действительно, на протяжении года эта тема была для нас, можно сказать, такой сквозной и более важной, чем всегда. Хотя кажется, что Пушкиным пронизано все вокруг очень нас. Очень много нового и жесты, мы узнали, на самом деле, и слова, и стихи. Да, да. Но у нас выходил и продолжает выходить проект под названием «Пушкин. Наше все». Лучше мы придумать не смогли, потому что это действительно так. И целая группа творческая наших коллег во главе с Дарьей Богдашкиной, Ларисой Гавриленко, Таней Павлычевой исследуют, и другими, конечно, исследуют феномен Пушкина. И тут мы благодарны нашим представителям музеев и всем городским нашим партнерам, потому что действительно нам позволяют вторгаться туда, где хранятся и подлинные вещи, где раскрываются тайны, где находятся рукописи. Это большой очень проект. Кроме того, конечно, мы с большим удовольствием, большой ответственностью освещаем крупные события, которые проходят в городе, и непосредственно в день рождения Пушкина мы показывали трансляцию с Дворцовой площади, где артисты театра Ленсовета представляли постановку Евгения Онегина. Тоже блестящее было событие, очень необычное прочтение, красивое, массовое. То есть Пушкин, получается, хороший, как сказать, в самые камерные минуты нашей жизни и нашего творчества, так и тогда, когда нужно как-то объединяться и понимать, и воспринимать что-то главное. Наш проект, который будет в субботу, это действительно для нас кульминация, и для нас это тоже какое-то наше прочтение, опорой для которого стал лицей, музей-лицей, потому что, конечно, Пушкин чрезвычайно велик, но вот при подготовке этого проекта мы убедились в том, что, наверное, лицей – это то место, которое несколько недооценено. Но это фундамент в его творчестве. Хотя это фундамент. Но знаете, так бывает, что какие-то очевидные вещи, они становятся настолько понятными, принятыми, общими, да, что немножечко обесцениваются. Но когда мы... Когда так сложилось, что мы поняли, что будем рассказывать о Пушкине в день лицея, мы поняли, что это дает нам вот какую-то мысль, какой-то импульс,
такой импульс, который получил и Пушкин в Царско-сельском лицее. Вот мы, давайте мысленно туда переносимся, потому что вся суббота, мы проведем ее, несомненно, там, и мы, и наши телезрители. Анна Владимировна, вот, несомненно, ведь переоценено, недооценено, я даже не знаю, как вообще можно такие категории применять к этому святому, по сути, месту, которое мы невероятно удачливы, что оно сохранилось, оно сохраняется. А вот как музей провел вот этот год 225-го дня рождения, этот юбилейный год? Как он менялся? Что нового там сделано, приобретено? И главное, какое место этот музей, спойлер важное, занимает вообще в пушкинских музеях, ну, по всему миру, по всей России? Ну что ж, музей этот год провел в трудах. Для того, чтобы провести и обеспечить подобные праздники и торжества, конечно, требуется приложить немало усилий всех сотрудников музея и смежных организаций. Что касается из наших особенных важных достижений, то, конечно, мы прежде всего гордимся открытием экспозиции второго этажа, которая завершается мемориализацией лицея, начатая в 1949 году. И законченная в 2025-м, она, наконец, позволяет посетителю увидеть полностью все три этажа лицея, которые рассказывают о жизни. А второй был полностью закрыт этаж? Второй этаж раньше использовался для выставочных помещений. Угу. И как мемориальное пространство мы его освоили только вот... То есть экспозиция будет фактически дополнена уже. А есть ли вот материал, вот, есть ли информация, что было на этом втором этаже? Ну, мы подозреваем, что там также проходила жизнь и будни лицея. То есть все наполнение, оно есть. Не надо ничего было изобретать, искать где-то. В архивах сохранилось огромное количество материалов. Описи, документы, официальные материалы. Кроме того, это все эти восстановительные работы основывались на... о воспоминаниях современников и самом творчестве Пушкина. Поэтому ничего мы не изобретали, буквально следовали тем буквам, которые прописаны в архивных документах, которые оставили нам точное упоминание, где какое помещение находилось, что у них стояло. А что там было на втором этаже? На втором этаже располагались помещения бытового назначения. Ну, вот там была шинельная, где оставляли свои лицеисты, свои вещи, верхнюю одежду, фуражки, перчатки и так далее. Там была буфетная, где приготавливали еду перед тем, как перенести ее уже в столовую, подать лицеистам. Потом лицеисты пробегали в столовую, рассаживались вокруг двух столов, и остались воспоминания о том, какие были блюда, какое было меню. Вот, и даже погружаемся, как они сидели. Казалось бы, такая абсолютно бытовая жизнь лицеистов. И мы знаем, важная, что да. Ко дню лицеиста как раз-таки к трансляции будет реконструкция, как это было вот в пушкинские времена. Вот интересно тоже об этом узнать. Ольга Александровна, ну вот если для нашего телеканала, скажем так, этот опыт далеко не первый, и не второй, и не третий, именно трансляция таких достаточно больших культурных событий, то какая особенность будет ждать зрителей в субботу вот с точки зрения, может быть, телевизионного дела. Визуального, режиссерского. Той самой реконструкции Дня лицеиста. Хочется об этом тоже подробнее узнать. Да, спасибо большое, коллеги. Действительно, у нас есть некоторый опыт. Он, с одной стороны, есть, а с другой стороны, это каждый раз нечто новое. Для нас это такой определенный творческий вызов и погружение, потому что, безусловно, и эти места, и сам Пушкин, они вдохновляют всех творческих людей, и все тут по-разному, так сказать, переосмысливают его творчество и его жизнь. Да? Кинематографисты, может, более фантазийно как-то, да, научные исследователи, наоборот, очень близко к факту и так далее. Мне кажется, что наше здесь предназначение какое-то – это вызвать некую сопричастность, то есть людей вот как бы приблизить и погрузить вот в эту атмосферу. Потому что, с одной стороны, мы проговариваем такие очевидные вещи. Здесь была шинельная, здесь был буфет. Но, понимаете, это надо понимать роль лицея, что дети… Вот просто мы сейчас, это нам сложно понять. Дети, которых 30 человек отобрали со всей страны, привезли, поселили, и 6 лет без каникул практически, да. Они находились там. То есть это не просто школа, это не просто вуз, это просто их действительно семья, дом. Это там, где они формировались, где они, не знаю, воспринимали идеалы, где они начинали испытывать какие-то первые переживания. То есть это действительно то место, которое серьезнейшим образом повлияло на этих людей. И Пушкин не единственный из них, среди них и Горчаков, и Корф, и много там знаменитых людей, которые, может быть, не так широко известны, но это действительно элита, понимаете? Это здание образовательного учреждения, соединенное коридором с императорской резиденцией. Ну как это может
можно представить, не знаю, проецируя на наши какие-то реалии, ну что, где оружейная палата в Кремле, понимаете, 6 лет живут дети, которых заложено предназначение составить будущее России. Угу. Понимаете, вот мне кажется, когда мы немножечко вот как-то по-новому смотрим на привычные наши данные нам вот как-то вот судьбой музей и Пушкина, мы немножечко начинаем по-другому к этому относиться. И мне кажется, вот наша задача именно погрузить в это состояние. То есть зритель почувствует себя вот соучастником тех самых событий, когда воспитывался Александр Сергеевич. Мы надеемся. Мы хотим, чтобы зритель увидел и представил этот стол, эту знаменитую картину Репина, где состоялся экзамен Пушкина. В общем-то, мы хотим действительно, чтобы зритель не просто посмотрел со стороны на это, как на историю, как на прошлое, а воспринял это как часть себя, как часть нашей истории, как часть вообще нашего мировоззрения. Потому что, действительно, вы перечислили, сколько прекрасных и талантливых творческих людей будет участвовать в нашей программе. Для каждого из них это будет совершенно свой взгляд, Пушкин. Да. Это свой взгляд, свой Пушкин, да, свой гений, но действительно мы понимаем, что все они говорят очень как будто бы высокопарные вещи, но объективно мы можем только с ними согласиться, что действительно Пушкин – это человек, в крови которого замешано, как и в крови многих русских людей, вот этот крови разных национальностей, в котором пылают страсти, который полон порывов, чувств, подвержен всем настроениям. То есть действительно это воплощение отчасти всех нас. Ольга Александровна, это так? Мы обладатели того самого наследия, того самого уникального места. Оно здесь, оно в Петербурге, ну, соответственно, в Пушкине. Анна Владимировна, а вот вопрос к вам как к специалисту великому, большому по жизни Пушкина, по его творчеству. Вот что это за место в глобальном таком ощущении для всех, для будущих поколений? И почему обязательно нужно побывать там? Вот всем без исключения. Просто у нас, я помню, вот в школе всех обязательно возили в лицей и в Пушкинские горы. И это обязательно нужно продолжить эту традицию. Ну вот как мне кажется. Ну, знаете, тут очень хорошо выражение «корни и крылья». Вот действительно, лицей – это корни всего будущего творчества и огромного наследия Александра Сергеевича. Ну и те крылья, которые он ему дал, и которые он в течение всей жизни пользовался, и никогда они его не покидали. Все друзья, да, пусть в субботу посредством телевизионной мы прямой трансляции, да, так обязательно нужно, можно же уже, да, приезжать в лицей, золотая осень, смотреть, наслаждаться, и главное чувствовать вот то, Ольга Александровна, про что вы говорили, про вот эту связь поколений. Анна Владимировна, Ольга Александровна, мы вас благодарим. Спасибо большое, что нашли время в подготовке к этому действительно большому проекту и посетили наш утренний эфир. Ну а специальный проект, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, смотрите в субботу в 19:50 и в воскресенье в 13:10. Обязательно запишите это время. Прямо сейчас прервемся на несколько минут, потом вернемся в нашу студию, конечно же, продолжим.